Полиция выясняет обстоятельства шокирующего инцидента в Курчатовском районе. Неизвестные скинули с балкона кошку. Теперь владельцы животного хотят найти и наказать живодеров. Как рассказали хозяева, кошка по имени Муся выбежала из квартиры 5-го этажа дома по улице Захаренко. А спустя сутки была найдена мертвой у подъезда. Что с ней случилось? Люди поняли, когда отсмотрели эти кадры. Она упала, получается. Потом залезла под машину, 5 минут прожила и умерла, к сожалению. Дети страдают. Местные жители сообщили, что ее скинули с последнего этажа. Соседи же это отрицают. Впрочем, сейчас во всем разбираются полицейские. Как бы соседи сказали то, что кошка сама вошла, сбежала, вошла к ним домой. Спряталась под диван, потом запрыгала на подоконник и сиганула в окно прям. Нет, не верю, потому что она же не смогла сама открыть дверь, и окно тоже. Владелец Муси продолжает разыскивать очевидцев происшествия. Возможно, кто-то из прохожих мог видеть, как выкидывали с балкона кошку. Тем временем жителя Трехгорного будут судить за то, что он сбросил с балкона кошку жены. 33-летнего мужчину обвиняют в жестоком обращении с животным. Причиной стало то, что кошка испортила диван, сходив на него в туалет. И он скинул ее с 5-го этажа. Теперь мужчина будет привлечен к ответственности.